Привет, друзья мои хорошие, меня зовут Олег Брейн, и мы продолжаем с вами выживать в Fallout Shelter. Ну что же, у нас родилась девочка. Я так смотрю, что Стивен Джексон у нас погиб. Как вы помните, я отправлял его в Wasteland. Я не заходил в игру где-то дня полтора, наверное, я не знаю, видимо, за это время его успели убить. Я посмотрю, можно ли сейчас его оживить. А для начала давайте дадим имя девочке. Как многие просили, если девочка, то у нас Дарья Рейн, собственно. Если мальчик, то Алекс Позитивный. Я не против, в принципе. Так, да, я давайте напишем Окаюшки, и фамилию мы дадим ей Рейн. Так, Рейн, прекрасно. Ну что, Стиви, я надеюсь, что тебя можно будет оживить, очень бы на это хотелось рассчитывать. Так, 36 минут, окейушки. О, прекрасно, господи, сколько у нас всего. Так, все мы это сейчас сделаем. Отчаиваться не стоит. О, еще ребенок! Да ладно, у Кристин и Сэмюэля родился мальчик. Прекрасно. Ну что же, вот у нас и мальчик, друзья. Сейчас мы его назовем Алексом. Так, Алекс. Прекрасно. И фамилия Тихо. Позитив. Как, в принципе, мы в Сампе обычно называем себя. Так, чудненько. Ну что ж, я вас поздравляю, у нас пополнение 19 человек. Давайте проверим, можно ли что-то сделать. Ревайв 178. Пожалуйста, смотри, как прекрасно. Мы оживили с вами, теперь у нас девочка, собственно, Даша. Как мы ее назвали, у нее теперь есть папа. То есть живой, здоровый и, как сказать, невредимый даже. Делаем рекол, пускай бежит обратно, у него третий левел. Нашел какую-то старую шмотку и нашел вроде даже неплохой себе, так я вам скажу, костюмчик. Хорошо, меня это дело, в принципе, устраивает. Воу-воу-воу-воу-воу, это херовое дело, ребята, вот это действительно жопа. Серия начинается из приятных моментов и плавно перетекает вот в такую вот задницу. Я очень надеюсь, что Рассел это дело потушит, потому что на эту серию у меня очень большие планы, я вам о них расскажу чутко попозже. Так, это, видимо, у нас Алекс разгуливает, да? Прекрасно, смотрите, 50%, все вроде как нормально. Так, ты тушишься? Ну, вроде как тушит. И вот наша маленькая Даша. Мои родители всегда очень заняты. Занятые люди, можно сказать, да? Так, смотрим, сейчас бегло я осмотрю и расскажу, какие у меня планы на сегодня. Планов много. Вау. Тихо, тихо, спокойно. Так, отлично, отличненько, ребята, такс. Я что-то как-то вот день не поиграл уже, в принципе, даже отвык от этого дела. Так, деньжата нам сейчас очень сильно понадобится. Я хотел бы купить парочку кейсов. Я закинул пару копеек себе на счет в iTunes, то есть сейчас могу закупиться. Давайте купим сколько? 15 кейсов я могу купить. Ну, для начала можно купить, в принципе, и за 4 бакса. Ну что ж, давайте приобретем. Ну что, мне пишут, что спасибо, вы приобрели, собственно, пакеты. Давайте откроем, у меня есть 5 штук. Потратил я на это дело, собственно, пару баксов. Поехали, друзья, вы об этом просили, я выполняю ваши просьбы. Рейд Армор, да ладно. Еда, прекрасно, 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 прекрасно. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Т-60D Power Armor, друзья. Вот такая вот у нас аутфитовская тема появилась. Ну что, поехали дальше. Открываем все, что у нас имеется. Так, что это? Расти Лейзер Пистол. Прекрасно. Про рейдеров я уже читал. Друзья, пожалуйста, настоятельно прошу, не заваливайте личку. Все, что надо, я все вижу прекрасно и без этого. Так, капс, прекрасно. Капсы 100 штук. И кто у нас? Джон Сим. О, класс, Джейсон. Мать его, мне попался Джейсон. Наш любимый персонаж по Mortal Kombat. У него очень что-то хорошо развито. Мы это проверим. Мы это все, друзья, с вами проверим. Так, поехали, открываем. Это нам очень сильно пригодится. Кто-то... О, Джейсон идет к нам. Видели там слева, кто заметил, тот молодец. Открываем, открываем это дело. Поехали. И 500 кэпсов. Так, еще две штучки. Это своеобразная, знаете, такая лотерея. Всегда нравилась в играх такая штука. Может выпасть что угодно. Еще броня. О, как хорошо. Так... Кстати, у нас 19 человек уже имеется, получается, да? И сейчас еще пришел Джейсон, мы будем так его называть. И последний наш лаунчпак. Сейчас мы это дело открываем. Так, такая куртка у меня уже есть. Стимпак никогда лишним не бывает. 100 лишних кэпсов тоже лишними не бывают. И последняя карточка — это Лоуренс Смит.
Блин, это какой-то джедай, смотрите. У них действительно шмотки, как у джедаев. Так, друзья мои хорошие, ну что, к нам идут люди. Наши люди, которые попались нам в карточки. Так, ну что, я, пожалуй, зачитаю, потому что вы просто начали меня бомбить сообщениями, что я делаю колоссальные ошибки. Давайте разбираться. Олег, ты неправильно развиваешь свое убежище. Не строй новые помещения, они забирают много энергии, и плюс у тебя нет новых людей. Согласен, моя ошибка, признаю косяк. Ну, кто ж знал, увлекся, как говорится. Бывает. Строить тогда мы новое не будем. Давайте запустим тех, кто уже есть у нас здесь. Кстати, давайте глянем, кто это... Что это у нас? Тихо. Так, давайте поближе по это самое поизучаем. Реально похож на какого-то джедая. Или даже папа римский, что ли. Классное сравнение. Так, 9-й левел. Эндюранс у тебя и удача. Ух ты ж, твою мать. А где у нас эндюранс? Давайте смотреть. А, в сторидж тебя можно, да, отправить? Ну, как-то ты знаешь, друг мой, я бы тебя туда не отправлял. А иди-ка сюда. Будешь у меня здесь стоять. Отлично, у нас открываются новые возможности, новые комнаты. Давайте посмотрим. Я теперь могу построить радио, о котором говорил в прошлый раз, и люди смогут приходить. Но, опять же, мне писали, что к тебе не приходят люди, потому что у тебя нет комнат жилых. Будем исправлять ситуацию, не вопрос. А ты у нас кто такой и что у тебя есть? Харизма. Вот, смотрите, вот этого Лоуренса Смита можно отправлять, значит, на разведку. Уэстленд без проблем с такой харизмой, я думаю, он... покорит сердце любого гопника. Так, и у тебя хорошо агилити. Агилити, а что у нас агилити? Сейчас будем вспоминать. Так, открываем. Агилити. Харизма, кстати, смотри, на радиостанции. Вот куда можно будет его поставить, да? Так, агилити это у нас столовая. Я понял, хорошо. Так, давай-ка пока сюда просто людей запустим. Дальше будем разбираться. В одно маленькое помещение можно поставить до 2 людей, а большое еще больше. Следовательно, чем больше людей, тем больше производительность. Ага, ну это тоже ясно. Будем учитывать. Так, 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 так. О, смотрите, брыняха вырос. Брыняшка вырос у нас. Прекрасно, какой у нас. Так, подожди. Первый левел, и что у тебя развито? У тебя удача хорошо развита. Куда бы тебя поставить, друг мой? У нас вот... помещение простаивает. Ну, мне кажется, что тебя сюда было бы как-то вот сюда давай. Нет? Вниз тебя отправим. А написали, чтобы я поставил также лифт. Давайте поставим. А, где бы нам его так поставить грамотно? Чтобы они нормально перемещались. Давай вот здесь, пожалуй, да? Придется ставить, наверное, даже 2 лифта. Вот, отлично. Сразу списали. Чтобы далеко не бегали, это, в принципе, нормальная тема. Так, дети у нас подрастают. А, радиорубку, куда бы нам ее поставить? Сейчас разберемся. Хотя, подожди, нет. Много будет энергии тратиться. Так, поднимаем левел. Мы ее поставим только чуть попозже. Так, практически собрали то, что надо. Что мне с вами делать, друзья мои хорошие? А, укрепи, это самое мне написали, укрепи ворота главные, так сказать. А, скоро к тебе придут рейдеры. Так как у тебя мало оружия, улучши свой главный вход и убежище. Точнее, в убежище. Сделай побольше детей, их не будут трогать рейдеры. Давайте улучшим. Поехали. Вау! Я сомневаюсь, что это их хоть как-то остановит, но в принципе все возможно. Я могу еще улучшить. 2000? Серьезно? У меня столько бабла нет. 2000. Мне просто банально не хватит. Так, ну что, разбираемся давайте. Нам надо, как нам мне написали опять же совет, надо оставить на входе парочку человек. А, в случае, если придут рейдеры, то надо как-то отбиваться. А кого мы можем поставить? Даже не знаю. Вот если Рассел бы вернулся, было бы очень хорошо. Или кто там, Стив у нас справлялся. Так, здесь нормально. Здесь нормально, здесь продуктивненько пока что. Я думаю, что мы сделаем такую, знаете, перестановочку в серии. То есть поставим, чтобы у нас более продуктивно все было. Потому что действительно, помещения большие, а работает всего 1 человек или даже 2. А надо бы хотя бы 4. Так, маленькая Даша у нас тут гуляет, подрастает, это хорошо. А где же сорванец Алекс? Где же маленький Алекс у нас? Где ты? Зашкирился-то.
Вот, смотри, гуляет у нас. Тук-тук. Говорят, слушайте, люди довольны, то есть они реально занимаются тем, что им нравится. Ну что, давайте я поставлю все-таки радио. Интересно посмотреть, как оно работает. А, харизма нужна. Ну, давай построим, давай поставим. Так, радио давай-ка, знаешь куда? Давай сюда. Вот такое вот у нас радиопомещение. Прекрасно. Значит, харизма, да? Давайте, по-моему, если я не ошибаюсь, то у Джейсона, да, харизм... Нет, у него эндюранс и агилити. У тебя харизма, по-моему, развита. Да, вот этого персонажа мы сейчас и поставим в радиорубку. Слушай, он может работать, в принципе, везде. Что интересно. Хотя, знаешь, давай лучше сюда. Радиорубка — это, конечно, классно. Но для новых людей, правильно подметили, нужны, собственно, комнаты. А пока что нам лучше все-таки обустроить то, что мы уже имеем. Потому что я по глупости начал настраивать. Будем, значит, улучшать. Ненужных комнат я пока что не вижу. В принципе, все надо. Хотя писали, что лучше убери, наверное, одну столовую. Я даже не знаю. Можно сделать. У нас будет пустая ячейка. Я так и сделаю, кстати, ребят. Мы так и сделаем. Мы сюда его перенесем. А эту столовую верхнюю мы сейчас уберем с вами. И тем самым сможем расширить комнату отдыха. Идеально, мать твою. Так, а как я уберу ее? Дестрою, отлично. Да, я согласен. Я надеюсь, что я поступаю верно. А это дело мы, пожалуй, сейчас расширим. Так, подожди. Вот, вот что нам надо. Хопа! Смотри, как хорошо. И сюда я мог бы вложить немножко деньжат, 375. Чтобы они нормально жили, чтобы им все хватало и удовольствие получали, собственно, не только от работы, но и от пребывания в моем убежище. Так, ребята занимаются своим делом. Здесь у нас два, здесь два, здесь тоже два, наверху два. Ну, в принципе, я доволен тем, что я делаю. Следующий момент, о котором вы написали. Я посвящу эту серию всем вашим, собственно, советам. Несмотря на то, что я люблю как бы сам до всего доду... Красопепа! Давай, шки нахрен! Пистолет, кстати, как в этом, как в Dead Space. Давай! Отлично, девочка моя, давай! Нахрен его прикладом! Умница, красавица! Кушаем, друзья мои, кушаем. Ой, еды у нас как много, а как мало всего остального-то. Так, дружбан, стой пока здесь. Чтоб тебе такого дать. Слушай, а кому мы огнемет дали? У кого огнемет? Вот что-то я сейчас как-то не круто себя чувствую, потому что не знаю, у кого огнемет еще. Так, у тебя костюм. У тебя тоже что-то непонятное. Так, а что у нас из одежды вообще имеется? О, сколько всего. Так, Т-60, я думаю, нет смысла. Радиационные костюмы. Обычные для боя. Блин, ребята, а кому мы дали огнемет? Так-то. Неужели мы его где-то похерили? Я никогда в жизни бы это не по... Во! Тебе... Нет, не тебе. Джессика, ты знаешь, давай-ка я лучше тебе... Так, у тебя интеллект он прибавит. А у тебя вообще с интеллектом как дела? С интеллектом у тебя дела не ахти. У нас были персонажи, если я не ошибаюсь, с хорошим развитым интеллектом. По-моему... Во, Олежику давайте дадим халатик. Прекрасно, прекрасно, во. Это сразу повышает интеллект, по-моему, на несколько значений. Плюс 3, смотрите, как хорошо. Вот это я понимаю, Найсова. Чудо мое, я, пожалуй, сниму с тебя это дело. Агилити я даже не буду проверять. Там нормально, ненормально, потом проверим. У нас и так сегодня просто дел не в проворот. По поводу девушек, как я уже говорил. То есть рекомендуют поставить в комнате отдыха парня и прогнать по нему весь женский персонал. Ой, у нас с водой проблемы. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, только что заметил. Так, водичка у нас здесь. Ну что, друзья, давайте порашим немножко. Потому что вода у нас, как видите, очень мало. Так, поехали. Оу, ребята, что ж такое, а? Поехали. Зря мы ему пистолет дали. Так, ну вдвоем я надеюсь, что они справятся. Все показатели у нас как бы в норме, но вот воды реально мало. Я думаю, что этот вопрос мы сейчас сможем как-то урегулировать. Так, тушите, друзья мои, тушите. Тушите! Так, нам в гости вроде никто пока не спешит. Давайте проверим, как там у нас поживает Стивен.
Стиви, ты где? Так, он опыта поднимает нехило, левел ап у него. Так, и направляется домой. То есть он вернется в убежище через 1 час и 43 минуты. Будем ждать его. Так, ребята, вы как тут? Я надеюсь, что все будет норм. А касательно воды. Касательно воды у нас... У нас не все так гладко, как хотелось бы. Вот еще водичка у нас есть. Слушайте, они что-то долго тушат. Я понимаю, что помещение большое, но хотелось бы как-то быстрее. Так, готово. Еще немножко, и мы соберем с вами 2000 кэпсов. Смотри, как долго тушат, а? Или у нас еще что-то горит, нет? Да вроде нормально. О, хорошо. Так. О, смотрите, радиорубка у нас заработала. Нет, не заработала? Не заработала. Нам просто показали, что можно звать людей. Это я понял, но пока что давайте разберемся с теми, кто у нас тут есть. А, давай-ка попробуем. Надо срочно, чтобы дело выгорело. Лиза, пожалуйста. Да что ты будешь делать? Лиза, воу! Ни хрена себе! Давай, давай, давай. Так как у нас мало воды, естественно, уровень радиации повышается, и радиоактивные прусаки просто и лезут изо всех щелей. А, давай-ка, знаешь, что мы сделаем? Давай я тебя вот так вот одену. Ни хрена себе, как мы ее приодели. Кто у нас работает здесь обычно? Давайте посмотрим. Так, это у нас вода. Сейчас проверим. Так, водичка. Персепшн, чтобы было хорошее, да? Сейчас мы это глянем. По-моему, у нашего дружбана... У тебя вроде хорошо развито. Пятерочка, да. Все, давайте его отправим на воду, потому что с водой шутки у нас плохи, как вы видите. Подожди, а где у нас еще вода? Давай сюда, ладно. Сейчас, пока он доберется, пройдет энное количество времени. Так, еда у нас есть. Блин, вода заканчивается. С водичкой беда. Так, мы получили, по-моему, бонусный... Да, собрали 2000 кэпсов, и нам дали бонусный ланчпак этот. Сейчас мы его откроем. Поехали. Так, о, еда, хорошо. Ну, лучше было бы, конечно, чтобы воду дали. 100 кэпсов. Ух ты. Джуниор офицер юниформ, прекрасно. О, слава богу, хоть какое-то оружие. Хоть какое-то еще разнообразие. Смотрите, дети гуляют, прекрасно. То есть в этом плане у нас проблем нет. Так, Джейсон прибежал. Теперь должно быть все найс у нас. 36%. Давайте посмотрим, я не знаю, что получится. О, наконец-то, хоть дело немножко пошло вверх. Я, пожалуй, тебя качну. Чудо мое. Вот. Отлично, отличненько, ребята. И воду надо прокачать, но воды у нас как-то мало, да? Слушай, а если мы сделаем еще один хитрый ход, давай-ка сюда его раз. И давай сюда два. То есть у нас будет здесь сейчас 4 человека, мы будем периодически их гонять туда-сюда. Так, прекрасно. И вода. Да? Смотрите, работает полный состав. Я думаю, что как раз 4 человека нормально. Проверим, насколько можно парашить это дело. 38%. Работает 4 человека и занимаются нелюбимым делом. Поехали, поехали, поехали. Отлично. И у всех экспириенс. Давай дальше. О, ла-ла-ла-ла-ла. Лажа, проще говоря. А, вы все тушить хотите? Окейушки. Так, подожди, подожди, подожди. Гаусс-пушку я... Гаусс-пушка, как в сталкере, представляете? Так, это дело мы забрали. Это дело я тоже забрал. Занимаются. Делают свое дело. Но водичку надо бы расширять. Водичку надо расширять. Как нам это грамотно сделать? Так, воду здесь не расширить. И воду здесь тоже не расширить. Знаете, что я сделаю? Я уберу, наверное, столовую. Я сейчас сделаю перестановочку. Мы его сюда пошлем, он будет заниматься внизу в столовой. А еды у нас много, это мы убираем. И... Так, дестрой давай. Что, нельзя? Не понял. В чем проблема? Ой, не-не-не, подожди, я не так делал. Сейчас, 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 что-то я растерялся. You can destroy this room because... А-а-а, понятно. Нельзя это сделать, ладно. Так, 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 так. А что, что можно тогда сделать-то нам, а? Как нам быть? Как нам быть тогда? Даже пока не знаю. Я пытаюсь распределить всех, чтобы они у нас работали очень продуктивненько. Потому что с водой у нас беда.
Так, я могу это качнуть? 1500. Хотелось бы, конечно. Продуктивность повысится значительно. Давайте еще немножко порашим их. 58%. Твою мать. О, да что ж нас не прет сегодня так, а? И снова у нас пожар, что самое забавное. Так, оружие я вам выдавать тогда не буду, друзья мои хорошие. Так, с людьми у нас, в принципе, проблем сейчас быть не может, я думаю, да? Почему я по-прежнему не могу удалить ее? В принципе, она бы мне... Так, кладовка. Дети у нас тут, смотрите, маленький Алекс. Снэк тайм! О, детки у нас тут гуляют, все у них нормально. Надо отвлечься как бы от этой жести. Тут у нас тоже левел-ап. А, что же мне с водой-то придумать? Может, я реально могу что-то убрать ненужное? Так, генератор у нас как бы есть, да? То есть с этим проблем не наблюдается. А если я здесь уберу, толку от этого не будет. Поехали. Может, все-таки можно как-то свалить это нахрен? Потому что соединяется с двумя комнатами. Я что-то не вижу тут никаких соединений, если честно. Ну, ладно, игрушка пишет, значит, будем так делать. Что же нам с водой строить, если я сейчас построю еще воду? А давайте, наверное, построим, потому что, ну, как видите, значит, надо что-то убрать. Если я буду строить, что-то мы сегодня теряемся как-то с вами. Так, если это убрать нельзя, значит, надо убрать что-то другое. Красопепа, а давай-ка я тебя, наверное, уберу сверху, и мы тебя поставим вот сюда. Давай сюда. Будет работать 3 человека. А это я хоть и могу убрать? Проверим. Во, это можно. Убираем это дело. Так. Там можно, в принципе, будет расшириться в будущем. И сейчас будем строить дальше. А, так, как у нас проблемы с водой, давайте расширять вот здесь. Так, поехали, поехали, поехали. С генератором у нас все хорошо, то есть с энергией каких-то проблем я не наблюдаю. А вот с водичкой, да, с водой, конечно, запара. Запара, мать его, полнейшая. На воду нам надо, знаете, кого поставить? На воду надо, на воду Perception, прекрасно. Давай-ка я тебя одного, Джейсон, заберу, и мы попробуем вот так вот... поработать. Как-то мне удавалось в одиночку их, знаете, хорошо. То есть много было successful, то есть много раз нам удача улыбалась. Так. Харизма у тебя, да? С такой харизмой, друг, тебе не здесь надо работать. А, конечно же, вот здесь. Ой, харизма 10. Видите, повышается, если я его сюда отправлю. Так, а на водичку, на водичку, на водичку. Сейчас проверим нашу затею. Зачем я там построю? Ладно. Так, ну что, Джейсон, давай попробуем. Инцидент 20%. Вот, смотрите, в одиночку прекрасно, ну просто идеально справляется. А в куче они как-то не особо. Так, рашим, рашим, рашим. С водой надо что-то делать. О, смотри, как хорошо. Понемножечку, потихонечку. Сейчас мы это дело проапгрейдим. Для максимальной продуктивности. Чудненько. И... о, 40%. Фигово дело. О, хо-хо-хо-хо, прекрасно. Так, денег хоть у нас и немного, но что ж делать? Надо как-то выживать. Блин, как бы тебя переставить-то местами, что ли? Так, вот еще вода у нас. 34%. Фух, по крайней мере, от засухи мы точно не умрем. Жажда мучить нас не будет. Так, энергия. Смотрите, еды у нас полным-полно. То есть еда у нас полностью прокачана. Люди занимаются любимым делом и делают это хорошо. Что у нас тут-то? Что у нас здесь творится? Они уже заигрывают. То есть я даже не успел ничего сделать, как маленький Алекс уже наблюдает за тем, как... Ты у нас ху из ху, Сэмюэль и Кристин. Я не знаю, друзья, получится ли у них снова зачать ребенка, но понаблюдаем. Да, начинается такой период комплиментишков. Вроде как все нормально. Так, у нас простаивает водичка здесь. И простаивает водичка наверху. Надо как-то придумать, как нам это соединить все. Ай-яй-яй-яй-яй. Так. Смотрите, что можно сделать.
Это дело можно будет сейчас убрать, но мне надо их немножко порашить. Мы соединим просто все вместе. Отлично. Отлично, умница моя. 750 для апгрейда. Многовато, однако-то. Так, 250 надо. Еще немножко, и можно будет поставить. Я думаю, что мы уберем просто лишнюю воду и сделаем, наверное, одну большую. Так будет лучше. Потому что у нас водичка, как видите, простаивает, да? Если она простаивает, значит, ее надо просто-напросто убрать. Так, давай уберем. Понятно. Она соединяется с комнатой, и сделать я ничего не могу. Ну, у нас будут подрастать дети, и, в принципе, они могут у нас работать там же. То есть, если это убрать нельзя, значит, будем справляться и так. Поехали! 50%! Да хрена на самом-то деле! Воу! Замечательно. Ну что, Джейсон, мы тебя будем, пожалуй, наверное, развивать. Так, ставим коллектор побольше. Вот сюда. Отлично. Подожди, не понял. А почему он это самое не увеличился? Или он увеличился таким образом? А, все нормально. Вроде как все, хотя... Хотя как-то не все нормально. Ладно. Пускай будет так. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Что же нам еще тут такого эпичного замутить? Давайте смотреть. Так, здесь у них начинается, собственно, дело. Значит, давайте попробуем поставить сюда одного из мужиков. Кто у нас тут отдыхает? Кто нам, в принципе, сейчас особо не надо? Можно поставить, предположим, Рассела, да? Давайте сюда. И сейчас попробуем еще зачать одного ребенка. Надо найти подходящую кандидатуру. Давай-ка мы пойдем вот так вот сделаем. Она заодно отдохнет, и будет у нас пополнение в нашей уютной семье. Чудненько. Так, энергия у нас имеется. Хорошо. А как у нас поживает наш друг? Ой, Стивен. Что у тебя там? Стивен, я могу тебя как-то подлечить? Нет, я ему давал, конечно, и стимпак, и давал радиационную лечилку, но, как вы видите, у меня пока что ничего нет. 1 час и 31 минута. Я надеюсь, что все будет нормально. Так, смотрите. У нас тут начинается, собственно, дело. Шпили-вили. Пока у нас начинается шпили-вили, давайте смотреть. Я так и не понял, почему я не могу это дело соединить. Что мне мешает? Может, я не так поставил как-то? Хрен его знает. Так, здесь ребята работают. Здесь что-то... Что ты нам тут делаешь? Ну, посмотрим. Так. 1 час и 54 минуты. Чудненько. Ну что, порашим тебе немного. 60%! У-у-у-у-у-у, многовато. Фейл, конечно, как иначе-то. Вау, дерьмо повылазило. Стреляй! Стреляй нахрен! Давай, давай, Джейсон, давай! Ну уже! Молодец. Ну, радует, конечно, тот факт, что вылез всего лишь один. И проблем он каких-то значимых нам не доставил. Так, ладно. Давайте перейдем на энергию. Немножко энергии, я думаю, не помешает. Вау, хорошо. С энергией реально проблем нет. Я уже предвкушаю сообщение, что у тебя нет воды. Что ж ты делаешь, Ирод Окоян? Будем развиваться. Будем стараться делать лучше. Так, 37%, поехали. Тут у нас Олежа работает, а? Эх, Олежа, Олежа, ты как-то подрастроился, я смотрю. Ладно. Я-то думал, что ему нравится его занятие. Пускай тушит. Неудачи бывают у всех. Это такое дело. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Текс. Ну как там у вас? Вроде пока тушит. Вроде пока нормально. С едой все хорошо. То есть касательно еды претензий нет абсолютно никаких. Значит, сейчас мы делаем следующее. Надо подкопить немножко денег. И развить все-таки нашу водичку, чтобы все было нормально. Так, Красопета. Сейчас я, пожалуй, тебя порашу. 54%. О! Заметьте, у него настроение вроде как 100%. Господи, вот у него огнемет. Я-то думаю, кого огнеметчик был? Что мне тебе надеть?
Junior C1 и A1, да? Давайте проверим, какие у него навыки. Харизму. И харизму может повысить, кстати. Давайте попробуем. Плохо. Поехали. 64%! А если я сейчас сниму этот шмот, давайте проверим, разница будет? Просто ради любопытства. Так. Нет, то есть, по сути, это не особо как-то влияет. Так, подожди. Поехали. Вот сейчас может быть риск фейла. Да, я же говорю, то есть это было вероятно очень сильно. Так, пиздюки повылазили, стреляй, красопепа моя, открывай. О, вот это другое дело. Смотри, какой живучий таракан, а? Есть. Отлично. Вот это я понимаю найсов. Так. Пустуют у нас помещения. Вот это беда. Это действительно беда, друзья. Я бы, конечно, убрал. Но я даже не знаю, убирать, не убирать, стоит, не стоит. Оно почему-то как-то построилось, как соседнее просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, будем что-нибудь думать. Так, у нас есть левел. У нас тут у красопепы левел. Чудненько. Слушай, ты одна здесь работаешь, а работаешь ты одна, потому что у нас тут как бы намечается новый ребеночек. Они танцуют себе, да, это нормальное дело. И эти танцуют. У нас будет два новых ребенка. Спрашиваются, куда уж больше. Но надо пополнять, надо новые люди, чтобы они работали, и чтобы наше убежище не загнулось. Фу, кого же нам поставить? Слушай, чувачела, я, пожалуй, возьму тебя. У тебя у нас, значит, Perception и Strange, хорошо, и Agility. А Agility у нас в еде. Strange у нас на генераторе. Я тебя все-таки поставлю на водичку, потому что меня этот расклад пока не очень устраивает. Давай. Он расстроился. То есть понятно, что по его характеристикам ему больше всего подходит работа в радиорубке. Но, друг, надо иногда заниматься другими делами. О, о, хорошо как. Как же хорошо. Ой, что там у нас? О, наконец-то! Пошли шпили-вили делать. Сейчас будет... О, детка, у тебя такие глаза. Я просто утопаю в океане твоих глаз. Как-то это странно, даже вульгарно прозвучало, но вот такие вот дела. Так. Чудненько. Рассел выходит. И эти побежали заниматься любовью. Классная у нас игра. Я думаю, как им воды побольше, они наоборот влагу теряют. Чудненько. Давай, давай. Шпили-вили. Им нравится. Ну еще бы не нравилось. По-моему, чем больше они занимаются любовью, тем быстрее у меня вода уходит. Так, ребята, вылезайте. Все, вот у нас и зачалось двое детей. Два новых ребеночка уже в новой серии, я надеюсь, что будут. Когда придут рейдеры, друзья, я понятия не имею, но, в принципе, уже осведомлен о том, что они должны прийти. А, значит, надо будет поставить здесь охрану и прокачать в будущем убежище. Так, как у нас дела? У нас по-прежнему жопа с водой. У нас по-прежнему жопа с водичкой. Так, чтобы не было жопы с водой, давай посмотрим... 59 инцидентов. Вы вообще представляете себе? А, господи Иисусе. Ой, ой-ой-ой, как я это не... Ну, еще бы. Я бы тоже, наверное, расстроился, будь у меня возгорание на рабочем месте. Ну, я надеюсь, что они это дело потушат. Давайте посмотрим с энергией, как у нас дела. Так. А, пока там у нас это дело пытаются как-то оклемать, то есть я не могу ничего больше рашить. Понял? Я вас прекрасно понял. Есть время посмотреть за Стивеном. Так. Ой, один час еще ждать. Ну, будем ждать. В это играть можно реально долго. Игрушка занимает, кстати, уже, по-моему, лидирующие места, там в топе висит. А, потому что действительно очень интересная, очень необычная такая у нас вот выживалка. Такс. Тушите, дети мои, тушите! Еду мы сегодня вообще не трогаем. Можно разве что Джессику немножко потеребить, посмотреть. Так. Прокачать, что самое обидное, я тоже пока не могу. Все, потушили? Слава тебе, Господи! Я уже начал переживать.
Ай, персепшн. Братка, что ж мне с тобой делать? Что мне с тобой делать, друг мой? Ай, поднять тебе левелок. 750 надо монеток. А у меня пока что такого добра не имеется. Давайте проверим. Это, конечно, лажа. Ах, господи. Так, возгорание. Но заметьте, настроение у него особо не упало. Эх, чувствую, зря мы, наверное, построили здесь воду. Я почему-то надеялся ее соединить таким образом. Но придется, видимо, его возвращать на место обетованное. Так, давай глянем еще раз твои навыки. Пятерочка, сейчас сделаем. Так, 8-й левел. И тут у нас левел поднял, 9-й. Неплохо. Ну что, дружбан, давай-ка иди сюда. Смотри, давайте вот ради интереса проверим одну интересную штуку. Так, вот у нас вода. Сейчас вот там работает 2 человека. 59% инцидент. Я сейчас верну сюда Джейсона. И мы проверим, насколько ситуация улучшится. 59, да? Ждем. Если улучшится, я просто тогда уберу эти два помещения, плюс энергия не будет тратиться. И все должно стабилизироваться. Так, он прибежал, отлично. Прибежал и занимается. 56. Как вы видите, разницы практически никакой нет. Ну, давай попробуем, друг мой, давай попробуем. Ну, вот как-то так, друзья мои, вот как-то так. Как-то вот так. Ну что ж, давай смотреть дальше. Что-то мне подсказывает, что надо купить, наверное, еще парочку кейсов. Напоследочек, да? Касательно воды, я совет все-таки хотел бы услышать. Как вы думаете, как нам лучше поступить именно с водой? Не с чем-то другим, а именно с водичкой. Потому что здесь у нас почему-то не расширилось на 2 ячейки. Я не знаю, может, надо было местами их как-то менять. Может, это влияет. И расширяться можно не справа налево, видимо, да, а слева направо. Скорее всего, в этом была моя ошибка. А посему давайте убирать. Я думаю, что я, видимо, здесь косяк сделал. Так. Все, ребят, все нормально. Так, это дело мы убираем. Это убрать, что ли? Ага, это убираем. И получается, можно убрать вот эту, да? Ага, вот оно как. Так, это дело мы убрали, хорошо. Что у нас еще тут есть? Пока что больше такого ничего. Ну что, качаем левел дальше. Я думаю, что надо бы открыть, наверное, еще немножко чемоданов наших, да? Так, где они были? Были они у нас вот здесь. Купим, пожалуй, еще 5 штук и посмотрим, что нам это даст. Так, это дело приобрел. Отлично, поехали. Я надеюсь, что каких-то интересных людишек может даже получится. О, энергия, хорошо. Прекрасно. Шмотки новые никогда лишними не бывают. Деньги тоже очень надо. 600 капсов. Поехали дальше. Мне нравится. Вот я понимаю людей, которые любят открытие кейсов по Counter-Strike. Это действительно лотерея и приятно. Как и зрителю, так, собственно, и мне, который открывает все это дело. Так, какие шмотки моднявые. О, перс, наверное, новый, да? Ё-моё. Вот это да. Так. Идем дальше. О, автомат. Учитывая, что у нас уже, в принципе, оружия как бы достаточно, я надеюсь, что на следующий... Ой, там какая-то девчоночка должна прийти сейчас. Это мы тоже посмотрим. Это, друзьяшки, мы тоже глянем. Так, новый шмот, радиоактивная шняга. Это нам надо, кепсы. Плазма райфл, прекрасно. Так, вода... Ой, водичка, как хорошо, что нам вода попалась. С водой явно беда. Ну, по оружию, я думаю, что теперь уже вопросов и возгласов быть не должно. Там уже все нормально. Так, к нам пришла новая девчонка. Давайте смотреть, кто это и что у нее. Ух ты. Агилити 7, харизма 5. Агилити... Вау, что тут у нас такое? Недовольные люди, да? Согласен, много фейлов у них было сегодня. Значит, надо многим дать будет отдохнуть. Этим я займусь уже после ролика. Так, у тебя агилити? Агилити. Все хотят работать, мать его, в столовую, понимаете? В чем дело? Их навыки, так получается, подходят. Но нам надо что? Нам надо водичка. Персепшн. Что у тебя в персепшне? Персепшн у нее один.
Ай, харизма. Ее, кстати, ее можно отправить... Нет, я никуда не буду отправлять. Ты у меня будешь в убежище сидеть, красопепа. Я тебя сейчас вооружу. Нифига себе, какая у нас штука, вы видели? Как у нас убежище открывается. Давай, давай, залазь, 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 Мелисса. Все, Мелисса, будешь у меня здесь. А, С плюс два. Что у нас еще есть? Ух, нихрена ж себе, какой у нее шмот. Посмотрите, какая классная штука, а. Вот это класс. Тебе, пожалуй, гаусс-пушку давай дадим. Нифига у нас охрана. Ух, не помешало бы, конечно, еще какая-нибудь девочка. Ну, если прибежит Стив, он может, кстати, как раз здесь и быть. Так, у нас вот люди отдыхают, давайте с ними что-то делать. Рассел, что у тебя? Интеллект у Рассела, да? У Рассела у нас интеллектушка. Так, здесь у нас нормально. Может тебя на воду поставить? Это у нас что? Не-не-не-не-не, подожди, друг мой. Стоямба. Я тебя случайно хотел отправить. Катерина у нас была у воды, да, по-моему, здесь? По-моему, тут она была. Так, ты у нас пока стой. Ты нам еще пригодишься. О, ребятуши, вы же мои самые такие опытные ребята. Вы мне очень сейчас понадобитесь. Да, иди на воду. Мне написали, что беременные девушки работают как и не беременные, то есть их продуктивность в этом плане не падает. Ну, давайте проверим, насколько это правда. Так, муженек, ты у нас... Ты у нас, в принципе, универсальный чувак, тебя можно ставить куда угодно. Так, два человека здесь работают, трое здесь, трое здесь. Мед у нас простаивает, понятно. Значит, знаешь, что мы сделаем? Мы тебя, пожалуй, поставим... Вот сюда. Так, ты можешь в столовой работать неплохо и находиться здесь. Так, здесь двоечка. Здесь тоже двоечка. Сейчас просто быстро таким образом проверим. Давай-ка сюда тебя. У нас будет два человека вооруженных. Так, немножко воды. Чудненько. Ну, я постарался как бы по максимуму все это сделать. И детки у нас будут на следующую серию. В следующей будем еще пробовать зачать. Так, 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 где ты, красопепа? Вот он бежит. Работают, смотрите, как работают. Ах, продуктивно, как все. Хотелось бы, конечно, в это верить. Ну что, дружбан, я, пожалуй, тебя вооружу. Так, это тебе не подойдет. Ух ты, какая классная куртка. Вот с такой курткой, Confession, да, можно отправлять прямо в этот Wasteland. Так, у тебя у нас что хорошо развито? Еще раз. У тебя харизма плюс 2, агилити. Харизма у тебя развита, да? Сейчас проверим, что у нас харизма есть. С харизмой у нас, по-моему, ни хрена нет. Так. Вот, харизма плюс 3. Ну, защиты, конечно, мало, но в такой вот, в таком одеянии, даже сказать, можно, в принципе, поставить его в комнате отдыха. Ладно, а что тогда у Рассела? Давайте посмотрим. У Рассела агилити. Ладно, пускай стой. Пускай стоит там дальше. Так, так, так. Давай вот так тебя сделаем. И, пожалуй, сделаем вот так. Ну что ж, в принципе, его вооружили. У нас два человека есть. Это на всякий случай, если вдруг на следующую серию к нам пожалуют незваные гости. 2000. Я могу прокачать, но пока что денег не хватает, денежек у нас на это дело. Так, водичка. Водичка, водичка. Давай прокачаем воду. 1500. Многовато. Ну а что ж поделать? Надо делать. С водой у нас напряг. Нифига себе, что творят, а? Ну и напоследок, я думаю, надо их зарашить. 66%. Много? Много, друзья мои. О, слава богу, хоть что-то. Так. Я думаю, что здесь мы, пожалуй, ребят, закончим и посмотрим уже, как ситуация будет развиваться в следующей серии. Я постарался следовать вашим советам. Мы укрепили наш вход в убежище. Я поставил ребят, как видите, реально просто, ну, нереально крутой костюм у Мелиссы нашей и Сэмюэль.
Если что, отпор они дать смогут. Но я надеюсь, что я это запечатлю, это будет на видео. Так, девочки у нас, кстати... Девчонки, вы тут как-то одиноко так стоите. 54, я не буду пробовать, не надо. Ну, вот такая вот серия. Я убрал лишнее, то есть я сделал все-таки больше комнат отдыха. Можно, кстати, еще расширить, наверное. А мы с вами зачали еще... Вау! Быстро, пистолет. А, они справились, даже я не успел ничего сделать. Прекрасно. Просто прекрасно. Все, ребят, я здесь заканчиваю. Надеюсь, что понравилось. Не забывайте ставить пальцы вверх и подписываться на канал. Увидимся уже в следующей серии. Пока-пока.